Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас мастер-класс для совсем-совсем новичков. Будем вязать кардиган. Мы с вами будем считать, новички, не пугайтесь. Расчеты здесь минимальные, быстрые и простые. Просто будем считать, потому что я вяжу вот из такой бобины, это из стока итальянского. Толщина нити здесь, я так предполагаю, где-то 140 метров 100 грамм. Но менять не нужно, тут можно Ализе Суперлана Тик, Лана Голд 800, несколько сложений. В общем, я сейчас эту подборочку вам сделаю и видео обязательно предоставлю. Ну, в любом случае, вот смотрите, я вязала на толстых спицах образец, и мне не понравилось. Мне кажется, оно будет обвисать. Потом я вязала дальше вот этими вот спицами. Это 6 миллиметров. Я буду... Мне так удобно, девчонки. Связала я вот образец. Сейчас мы вяжем по этому образцу и будем считать. Значит, мне нужна... Значит, спицы у меня 6 миллиметров, я уже сказала, кило 300 пряжи, 7, 8, 9, 10, 20 петель. Угу. 20 петель, это у меня 17 сантиметров. Пишем, то есть я образец связала из 20 петель, сейчас еще раз перемерю. Ну, ой, вы знаете, даже 18, 20 петель, это 18 сантиметров. Моя окружность бедер 100 сантиметров, 100 сантиметров. Окружность бедер. Добавляю я 20 сантиметров на свободу облегания. То есть добавляю я хорошо. И мне нужно полотно 120 сантиметров. Под цифрами, смотрите, я пишу. Итак, мне нужно 120 сантиметров. То есть вот это число мы не знаем. Умножаем 120 на 20. 120 умножить на 20. Это у нас... 2400 и делим на 18. Делим на 18. Ну, получается у нас 133 петли. У меня 133 петли на 120 сантиметров. Вот. Вот точно так же, точно такие же расчеты. Вы умножаете вот эти два числа. Пишите так, как я. По образцу и свою окружность, то есть ширину своего кардигана вы измеряете, окружность бедер плюс 20 сантиметров на свободу облегания. Можете больше, можете и 30, если вы хотите прям такой объемный большой. Умножаете вот эти два числа и делите потом эту цифру на 18 и получаете свое число, которое вам нужно набрать. Вот. Спицы пряжи вы тоже подбираете ту, которую вам, которую вы хотите, девчонки. То есть здесь мы будем вязать из той пряжи, чего, из которой вы найдете. Вот. Набираю я на две спицы, потому что мы сейчас будем делать красивый край. Для этого нам нужен первый ряд свободной вязки. Значит, 133 петли я набираю. 2, 3, 4, 5, 6. Итак, набрала я 133 петли. Обращу внимание, что число петель должно быть нечетным, чтобы у нас первая петля, вот у меня первая петля и последняя лицевые, изнаночная первая, последняя изнаночная. И провязала один ряд резинкой 1 на 1. Вот, теперь
Второй ряд, он не обязательный. Если вы вот посмотрите сейчас внимательно, то есть первый ряд — это резинка 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная. Вот, то второй ряд мы сейчас будем делать красивый край. Я же говорю, если вы совсем новичок, не обязательно. Вы можете сейчас прям начать вязать еще ряд резиночкой и провязать, и начать вязать потом уже полупатентную резинку. Мы же, кто поймет сейчас, то мы сейчас обработаем, сделаем красивый край. Для этого изнаночную петлю я провязала, лицевую, смотрите, я завожу спицу назад за вязание, и сзади снимаю вот эту лицевую петлю. Спица у меня сзади. Теперь я эту петлю сняла и перенесла ее как бы наперед. Сейчас еще раз покажу. И провязала лицевую. Изнаночную просто без ничего. Лицевую снова завела назад спицу, подцепила петлю, перенесла, одела, провязала. С изнаночной мы не делаем ничего, и у нас получится вот такой вот красивый край. Снова назад спицу, продела, сняла, перенесла сюда и одела, провязала. Я же говорю, если совсем не получится, ничего страшного не случится, если вы этого не сделаете. Но это мой самый любимый способ оформления низа изделия. Вот при наборе 1 на 1. Кстати, надо будет попробовать его для резинки 2 на 2, этот способ. Я еще не пробовала. В общем, весь ряд я вяжу таким вот способом до конца ряда. Вот смотрите, какая разница, как здесь выглядит край и как здесь выглядит край. Какая разница между вот этими. А потом оно еще вырисуется, будет очень красиво. Так что это всего лишь один ряд, далее мы так извращаться не будем, поэтому оно того стоит. Один ряд вот так вот пройтись. Так, дохожу я до конца ряда. Провязываю последние петли кромочной, изнаночной. И теперь, значит, это у меня второй ряд. Со второго ряда мы начинаем вязать пышную резинку. Первая петля всегда снимается, и вяжем мы не за основную как бы нить, а под петлю ниже, смотрите, вот сюда в дырочку. Это всегда, все время, и в лицевом, и в изнаночном ряду изнаночная провязывается нормально, обычно, а лицевая на ряд ниже. Итак, первый ряд я провязала, второй ряд точно так же. И все последующие ряды мы не делаем ничего, только вяжем изнаночную, а лицевую на ряд ниже. Изнаночную обычным, лицевую на ряд ниже. Вот видите, она распушивается, вот эта вязочка, и получается такая прекрасная, веселая и симпатичная. И вот так вот вяжем, прям вяжем, наслаждаемся, потому что у нас пока все ровно и гладко. Так, мне хорошая, провязала я аж целых 104 ряда.
И в длину это, ну, учитываем то, что оно еще повиснет. Сейчас у меня 60 сантиметров. Вот, значит, давайте я нарисую вот так вот до проймы. Вот сейчас мы будем разделять на пройму. Спинку. И, ну да, две передние детали и спинку. И здесь у меня 104 ряда, 60 сантиметров. Здесь на этом этапе вы регулируете длину. Теперь нам нужно разделить на вот эти 4 части. Для этого делим пополам. Это 45, ну, 1 в остатке, да? 90 разделить на 2, это 45. Это наша спинка. Все очень красиво. Нечетное количество петель. А теперь вот эту одну петлю добавляем ко вторым 45. То есть у нас две части 45. Это вторая половина плюс остаток. Плюс одна петля 46. Разделить на 2. 23 петли. То есть 23 одна полочка и 23 другая полочка. Что это значит? Что мы сейчас отделяем 23 петли и вяжем 23 петли только. Сколько вяжем, сейчас тоже я вам расскажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9. Боже, что я делаю? Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23. Последнюю провязываем изнаночной, потому что из нее мы формируем кромочную. Вот эти 23 петли мы сейчас и будем вязать. Поворачиваемся и вяжем только эти 23 петли в высоту. Наша полочка. То есть эти петли мы вот так вот отодвигаем и не трогаем. Вяжем только вот эти 23 петли. Так, 45 петель я провязала. Господи. И теперь я еще добавляю. То есть у меня здесь 45 плюс одна дополнительная. И еще из лицевой петли я добавляю еще одну дополнительную и поворачиваю. Здесь у меня осталось 23 петли на вторую полочку, а здесь для спинки у меня 47 петель, 45 петель спинки и 2 дополнительные, всего 47. И сейчас я вяжу вверх. Так, провязала я, смотрите. Провязала я 40 рядов спинки. Вот они у меня сравнялись, эти две детальки. Вот таким вот образом. И довязана только вот эта вот одна деталь. То есть спинка у меня связана и одна полочка. Сейчас я сошью одно плечо
Для этого я беру крючок, сложила лицевыми, ну, лицевую сторону я определила, вот у меня в бобине был узелок, и вот я определила, что это у меня изнаночная сторона. Значит, здесь у нас ниточка, закончили спинку вязать именно как бы у проймы. Вот я привязала эту ниточку, и теперь буду сшивать при помощи крючка. Не свободно, девчонки, здесь вот этот шов крючком, он должен держать это плечо, поэтому и сильно не затягиваем, но и не отпускаем. Значит, провязываем 2 петли с каждой спицы по одной, осталась у нас одна петля, снова снимаем по одной петельке с каждой спицы и 3 петли вместе провязываем, 2, 3, видите, я подтягиваю 4, вот эту петлю, 5, 6, видите, дальше не тянется, вот чуть-чуть подтянулась, и все, это будет держать. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И 14. Так, 13. 10 петель осталось здесь. 1, 2, 3, 4. 10 осталось у нас на капюшон. Эту петлю мы одеваем сюда. Вот оно, наше плечо сшитое. И вот эта нить. Смотрите, здесь я вяжу по узору. До конца ряда, и там я обрежу нить, то есть одно плечо у нас сшито, осталось открытыми срезы для капюшона. И ну, для капюшона на горловине, на спинке и на передней детали. Но сейчас мы эти все петли вяжем до конца. Еще капюшон увеличится обвязкой, так что не пугайтесь, сразу он будет казаться маленьким, но это не страшно, потому что мы еще будем делать обвязку. Так, довязала я до конца ряда эту петлю. Обрезаю ниточку, оставляю. Так, у меня что у меня? Как у меня это выглядит пока? Смотрите, у меня связана спинка, передняя одна деталь и вторая еще не связана. То есть сейчас понятное дело, что я буду вязать вот эту вот вторую полочку из 23 петель.
и тоже буду вязать 40 рядов. Все, я вяжу вторую булочку, 40 рядов. Вот, провязала я 40 рядов, и теперь я делаю то же самое с этим плечиком. То есть вот видите, вот эту часть я довязала, и теперь тоже складываю. Смотрим внимательно, чтобы этот шов у нас был здесь. Здесь я уже привязываю эту нить, и крючком 13 петель я закрою. Затянула, когда связывала, вот уже, значит, я беру, так, надо развязать, беру отсюда одну петлю, отсюда все как в том плечике. И теперь по одной петле с каждого, как бы, с каждой спицы. Тринадцать. Так, здесь у меня должно остаться 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, все правильно, сюда я одеваю эту петлю и довязываю ряд до конца, вот этот вот маленький полочку. Теперь мы будем вязать капюшон, еще добавим там пару петель. Теперь мы вяжем вот на вот этих оставшихся петлях мы вяжем капюшон. Это у нас сейчас изнаночный ряд. Изнаночный. Вот смотрите, вот здесь вот. Смотрим, будет дырка, не будет дырки, не будет дырки, прекрасно. Вот и соединили. Вот эта петля у нас между петлями вырисовалась, ну, добавилась как бы. По спинке у нас еще две дополнительные. Сейчас я все петли вам пересчитаю, сколько у вас должно быть петель. Вот, попереду у нас еще будет обвязка, так что все у нас еще устаканится. Так, значит, вяжу здесь, так, значит, проверяем. 10 петель одной полочки. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Одна петля дополнительная из плечевого шва, по центру у нас 1, 2, по спинке 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 и 10, 21 петля, потом 1 петля шва и полочка 1, 2, 3, 4, 5, 10 петель. Всего у нас 41, 42, 43 петли. Сейчас проверка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, да, 43 петли, которые мы вяжем вверх теперь. Так, смотрите, я провязала этот капюшон. 30 рядов. И теперь мне нужно делать скос на
ну, по самому капюшону округление. Значит, для этого здесь у меня 43 петли. Для этого я разделяю пополам вязание, 20 петель сюда и 20 петель сюда, и по центру будет провязываться 3 петли. Сейчас вяжу 20, раз, два, три, четыре. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Теперь сейчас проверим здесь 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 20. Все правильно. И теперь я вяжу, у меня по узору здесь последняя изнаночная, значит, здесь должна быть лицевая. 3 петли вместе, лицевой. В каждом лицевом ряду мы будем сокращать 2 петли. Вот таким вот образом. То есть будем провязывать 3 петли вместе. При этом одна петля остается, понятное дело, а две сокращаются. Так, изнаночный ряд так, по узору. Так, изнаночный ряд я провязала, в изнаночном ряду ничего не делаем, а в следующем лицевом и так далее, и по следующих рядах мы будем сокращать, делать вот эти три вместе. Сейчас я вяжу до центра, не считаю уже петли, потому что каждый раз этих петель будет на одну меньше. То есть давайте проверим, раз, два, три, четыре, говорю, не считаю, а сама считаю, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот центральная петля, смотрите, это теперь по узору у нас идет изнаночная, и мы их здесь у меня 19, здесь 19, и по центру 3 вместе и изнаночные, в следующем ряду это снова будут лицевые и так далее. То есть в каждом ряду лицевом, то есть через ряд, мы провязываем по 3 вместе по центру вязания, по узору. Так, всего я закрыла 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раз я сделала эти сокращения. То есть у меня закрыто 16 петель. И осталось у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 27 петель. Вот, теперь я все петли закрою. Тем самым... вернее, сошью. Теперь смотрим, складываем пополам вот этот капюшон, и там, где вот эта наша центральная петля, мы его вот так вот разделяем, и с каждой спицы будем брать по одной петле. Так, разделила я напополам, сложила лицевыми сторонами вовнутрь. Смотрите, это важный момент, вот шовчик, чтобы был здесь, на этой стороне, где вы находитесь, не внутри. Теперь точно так же, как делали плечика, я беру по одной петле с каждой спицы и сшиваю. Здесь свободненько, здесь мы не затягиваем петельку. Одна петелька у нас будет, понятное дело, лишняя, потому что она центральная.
Вот она у меня здесь нарисовалась, и вот таким вот образом тоже убираю. Так, и вот здесь вот эту ниточку увожу крючком туда в вязание. Так, есть. Теперь мне нужны спицы, я одену покороче леску, потому что рукав мы будем вязать в круговую. Не бойтесь, девчонки, не страшно. Так. Сейчас рукавчик немного повнимательнее я попрошу вас. Один я уже связала. Вот смотрите, у нас смотрите, сейчас мы будем вязать второй. Значит, для этого, девчонки, вот у меня нить, которая осталась после вывязывания проймы, за нее я привяжу рабочую нить. Так, и теперь из каждой кромочной, вот здесь вот было присоединение, поэтому я как бы здесь тоже делаю петлю. У нас 40 рядов и 20 кромочных должно быть. То есть у вас, возможно, если вы чуть изменили, то у вас другое число. 2, 3. Из каждой кромочной я поднимаю по одной петле. 4, 5, 6, 8. И 20. Есть. Теперь мы переходим на вторую половину и тоже набираем 20 петель из кромочных. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ой, сейчас у меня тут 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Так, есть. Еще для прочих. Так, еще для прочности. Я вот так вот подвяжу. Так, теперь что мне нужно? Мне нужно сделать маркер, потому что классический маркер здесь мне не пролезет, не оденется мне на вот эту вот толстую спицу. Поэтому я делаю вот такой вот из обычной нити. Здесь сейчас, значит, первый ряд. Нам нужно обозначить маркером начало ряда, потому что мы будем вязать в круговую. Так, первый ряд, первую петлю я просто провязываю, это не будет начало ряда, сейчас вы поймете почему. Я провязала, и только после первой петли я одеваю маркер. Далее, ну конечно, так, еще раз, взяла кусочек, а не рабочую нить. Вот, у меня, кстати, это очень часто случается. Значит, первая петля, маркер.
Далее переходим на резинку 1 на 1, на основной узор переходим, при этом мы будем сокращать петли. Смотрите, итак, лицевая после маркера, изнаночная, лицевая и 2 вместе изнаночной. Далее снова лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночной, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая и 2 вместе изнаночные. Одна у нас с первой половины, смотрите, шов, вторая со второй половины, 2 вместе изнаночные. Так, переходим на вторую половину. Снова лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночные, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночные. Лицевая, изнаночная, лицевая и 2 вместе изнаночная. И снова у нас под мышкой одна петля с этой половины, вторая с этой половины. Все, теперь у нас определился, теперь у нас начало ряда определено. Пляшем от вот этого маркера. Теперь полупатентный узор, вот эта пышная резинка в круговую. Значит, первый ряд, это первый ряд мы сейчас считаем, потому что это были все ряды подготовительные. Мы набрали петли, мы сократили, провязали резинкой 1 на 1. Самого узора первый ряд, вот он сейчас. Значит, лицевую петлю классически вяжем под петлю, изнаночную классически нормально. То есть все, как мы и вязали. Здесь будет отличаться второй ряд. Здесь узор состоит из двух рядов, в отличие от поворотных рядов. Немного неудобно, но в этой, как бы, в этом я вам так, провязали мы ряд, один кружочек будет до маркера. Теперь второй ряд, и они будут чередоваться, первый и второй. Лицевую мы провязываем просто лицевой за переднюю стенку, так, которая находится ближе к нам. Изнаночную, вот смотрите, мы вяжем не классически, а подряд ниже, то есть, вот смотрите, не сюда в спицу, так как мы вязали лицевую, а на ряд ниже, то есть вот она, и провязываем. Теперь у нас это наоборот, лицевую мы вяжем обычно, а изнаночную провязываем под ряд, так как нет поворотных рядов, поэтому нам приходится вот так вот вязать. Да, кстати, не сказала, мы сократили, когда мы сокращали петли, сократили 8 петель всего. Если мы набирали 40, то сейчас на спицах у меня 32 петли. Сконтролируйте, проконтролируйте это, я забыла
вам об этом сказать. То есть 8 петель я сократила. Если вы вяжете больше или меньше, все равно сокращайте эти петли, потому что будет как бы рука, если у вас цели такой, конечно же, нет. Если вы действительно хотите такой пышный рукав, шире, чем пройма, то тогда вы не должны сокращать эти петли. А если вам нужен такой нормальный рукав, да, вот, то петли нужно сократить. Итак, я провязала круг. Теперь снова начинаю с первого ряда. И вяжу лицевую под ряд ниже. И так продолжаю. Один ряд лицевую, один ряд изнаночную я вяжу под ряд. Так, я провязала рукав 70 рядов. В сантиметрах это 40 сантиметров. Вот. И сейчас, вот смотрите, у меня 4,5 миллиметра такие вот спицы. К сожалению, только 4. Вы, если хотите, можете на круговых, ну, тоньше 4,5, 5 миллиметров. В общем, я перехожу на эти, потому что я не люблю резинку вязать на круговых спицах. Поэтому я буду на носочных. И просто резинкой 1 на 1 заканчиваем рукав. Тут уже на ваше усмотрение, как вам хочется. Ну, то есть, я имею в виду длину этой резинки, меряйте на себя. Кстати, длину рукава тоже меряйте, проверяйте, потому что, возможно, вам придет, ну, надо будет меньше, либо больше длину рукава. Раз, два, три, четыре. О, боже, много. Ну, ничего. Сейчас пересниму пару петель. Слетает, так что если вам лучше на круговых, то вяжите на круговых, потому что я сейчас начну ловить, но, ну вот я почему-то так не могу, я вот протягивать вот эту леску именно на манжете, что она мне на нервы действует. Вот, тем более еще и нету и пятой спицы. Ну, в общем, вот так вот я сейчас буду вязать. Сейчас распределю, надо было сразу по 11 петель распределить. Нет, я так, на глаз. В общем, я вяжу резинкой 1 на 1. Так, провязала я 15 рядов. Вот такой вот манжет. Тут тоже дело вашего вкуса. Хотите вы шире, уже, как уж получится. Вернее, длиннее манжет. И закрываю я петли эластичным способом для резинки 1 на 1. Ну, для резинки 2 на 2 он тоже годится. Значит, провязываю по узору и потом вот последнюю петлю одеваю на первую. И таким образом передвигаюсь. Кто умеет иглой закрывать, закройте лучше иглой, девчонки, петли. Будет красивее. Просто я показываю, как для новичков. А для новичков я считаю, что игла — это не слишком простой способ закрытия петель. Вот, поэтому вот так вот.
Так, здесь я обрезаю ниточку. Крючком продеваю. Так, теперь, девчонки, беру я спицы 5,5 миллиметра, вот у меня сейчас, и по кромке, вот после того, как я сделала рукава. Смотрите, чтобы начинать с лицевой стороны, вот по полочке, начиная с правой полочки, вот по капюшону, вот я пройдусь и наберу петли. Значит, из каждой кромочной по одной петле. Вот здесь вот я узел делать не буду, я потом продену сюда петлю. То есть с каждой кромочной я добавляю, вытаскиваю по одной петле. Так, вот дохожу я до верха капюшончика, и вот по верху, вот он, я прохожу прям до по левой полочке, прямо вниз. Пряжи у меня мало, поэтому обвязка у меня будет маленькая. Но если у вас достаточное количество пряжи, я бы вам рекомендовала ее сделать такую массивную. Она более подходит к такому кардигану. Поэтому вот, сантиметра прям 6 такую конкретную обвязку. Ну а у меня сейчас что будет, то будет. Потому что у меня 90 грамм взвесила. 90 грамм пряжи всего осталось, было кило 350, и вот сейчас у меня всего лишь 90 грамм. Посмотрим, насколько, дай бог, чтобы хотя бы на петель там много, хотя бы, я их даже не считаю, между прочим, просто из каждой кромочной я поднимаю петлю. Так, вот я дохожу до конца, последнюю петлю поднимаю, эту ниточку мы тоже обработаем потом, и теперь вяжу поворотными рядами резинкой 1 на 1, одна лицевая, одна изнаночная, и вяжем, особо не затягиваем, чтобы нам не стянуло полотно, вяжем не так, как рукав. Там я затянула, а здесь нужно так, чтобы... Итак, хватило у меня пряжи. Вот смотрите, на сколько. Раз, два, три, шесть, семь рядов. Я и на том рада, девчонки. Я вообще думала, будет меньше. Вот. Поэтому я сейчас закрываю петли. А вы, смотрите, я же говорю, я вам рекомендую еще рядов 9-11 может связать. Ну, я закрываю, потому что у меня совсем уже нет ниточек. Поэтому закрываю точно так же, как рукав. И утюжу. Я эту пряжу прям паром. Если вы будете вязать из
Lana Gold Plus, как я рекомендовала, то девчонки тоже не боимся утюга и хорошо разутюживаем, потому что будет оно такое, ну, попробуйте постирать, конечно же, ну и разутюжить. Так, я закрываю все петли. Так-с, девчонки, закрыла я петли, пришлось распустить не один ряд. Не хватило мне ниточки на закрытие петель, потому что мне еще кусочек нужен, знаете для чего? Смотрите, вот эту вот часть, где сзади капюшон, у нас же он цельновязанный, и нам нужно его здесь закрепить. Для этого, вот это, я цепляюсь за вот это плечевой шов. Теперь вот так вот цепочкой я просто провяжу, пройдусь по вот этим вот лицевым петлям по прямой до следующего плеча, видите, чтобы просто вот эта вот часть у нас не растягивалась и чтобы это все хорошо лежало на плечевой линии. Видите, я как бы и не стягиваю сильно, и не растягиваю. Сейчас я потом в итоге измерю, сколько вот эта линия между плечами как бы была. Стягивать не нужно, допустим, как рукав. Ну и растягивать то, что мы делаем это для того, чтобы это зафиксировать, чтобы оно не слезло, потому что будет слезать, девчонки, с плеча. Вот последний стежок. Сейчас я вам измерю это все мероприятие. Вот. Ну, в принципе, это мы как бы нарисовали горловинку здесь, имитировали шов, и он у нас будет выполнять функцию укрепления. Так, вот здесь вот у меня 26 сантиметров. Так, теперь я только разутюжу. Это уже точно. Только разутюжить и показать вам на себе.